славянский диплом признается в Евросоюзе и США. Обучение ориентировано на практику, и многие студенты находят работу еще во время учебы. Студентам доступны 5 университетов, 47 институтов и 46 колледжей. Более 1500 учебных программ со средней стоимостью обучения от 3 до 4 тысяч евро в год. В Словении нет вступительных экзаменов, кроме некоторых творческих программ. Зачисление происходит на основании уже имеющегося образования. Близкая языковая среда упрощает адаптацию. Словения – одна из самых безопасных и экологичных стран в мире со средним уровнем дохода около 1500 евро в месяц.